Здравствуйте, друзья. Кафе называется «Морское». А это, кафе это итальянское, видите, кучина итальяна. У нас тут от итальяна у нас присутствует жена итальянца, американского. Кстати, да, я жена итальянца. Винсента. Как его фамилия? Мистера Фальконе. Фальконе, да. Но он может по-итальянски пару слов? Ну, он может сказать «белла», «белла». О, это хорошо. Света, мы с тобой к Италии имеем мало отношения, но мы были там недавно. Вот ровно год назад. Находится в даунтаун Санта-Крус. А что, такое время никого нет вообще? Что случилось? Свет, который час? У нас ни у кого нет часов, друзья. Мы так ходим, бесчасовые. Так, друзья, вот нам... В итальянце ресторанский, а пивко наше из Санта-Крус Маунтин. Такой вот эль. Ну-ка. Я вообще люблю всегда местное. Вот если где-то можно местное, я всегда беру местное. Дуже гарно. Вот так, так бы я сказал. Я думаю, что меня все поймут там. Дуже гарно. Вот, Света, скажи ты, Света. Дуже гарно. Дуже гарно. По-украински не дуже? Дуже. Дуже. Да. Mm-hmm. Слушай, а вот как говорят, что не выдюжил, или там не сдюжил, это по-украински, это не по-русски? Mm-hmm. Недюжинный талант. Вот теперь думай. Да, ну, друзья, бог с ним, там, с лингвистическим аспектом. Хорошо. Угу. Спасибо. Светлане перепал супчик куриный, да? Да. Я правильно понимаю? Да. Супчик куриный итальянский. А скоро и нам поднесут. Нет, называется суп по-средиземноморски. Зуб по Медитеррани. Так, тут у нас у Светланы... Тут у нас простой куриный бульончик с вермишелькой. Подожди, бульончик тоже был, я же показывал. Бульончик я показывал. А вот это у тебя... Что? Света? Ну? А это альфредо с белым соусом. Понял. Ну, макарончики такие. Так. А у меня называется равиоли. Равиоли. Как-то... Ну да, они там тоже припрятались, их залило соусом, но это равиоли. Еще сверху пармезанчиком. Присыпано. Друзья, такого вы еще не видели? Видели. С мушками. Такая вот блогерша. Флорида жжёт. Даунтаун Санта-Крус, друзья. Такое место, что тут всегда много людей творческих. Еще больше всяких фриков, добрых, хороших, симпатичных. Вот. И большое удовольствие их снять. Вот еще тут музыкант у нас уличный, девочка с чехольчиком. А вот Наталья у нас смотрит красивые стекляшечки. Hello. How are you? So you do it yourself? Look at that pendant. Yes. Ага. Да. Okay. Спасибо, ребята.